Теперь, чувачки, с вами Алскейл, со мной сегодня Полина. Всем привет. И сегодня мы продолжаем играть в Sims. В прошлый раз мы остановились на том, что ко мне подкатывал какой-то мужик. Было приятно, но хочется как бы женщину. Вот женщина. Я мусульман. Не зря же мы ее создавали как-никак в Sims. Сегодня я хочу, чтобы мы с Полиной, я не знаю, кстати, мы встречаемся здесь или нет, но я хочу, чтобы мы с Полиной здесь начали встречаться наконец. Так, а у меня кто-то спрашивал? Никто тебя не спрашивал. Просто будут дети. Мужчины немножко черненькие. Какие черненькие? Значит, ты несешь вообще? Я ж мулат, смотри на меня. Ты не мулат, ты этот, испанец. Немножечко цыган. Ну, чуть-чуть. А как прическу поменять? Мне нужно цвет поменять. И вообще, почему-то я фиолетовый до сих пор. Потому что ты к зеркалу ни разу не подходил. Так, сейчас Полиночка возьмет мышечку и возьмет мышку жизни в свои руки. Хватит болтать. Эй, не порти за отношения, мы розовые, видишь, мы флиртуем. А, так все, тут я уже уйду. Подожди, нет. Я буду создавать мужчину своей мечты. Все. Готово. А тут есть другие кудрявые мужчины? Вот. Мега мозг. Это вот это будет, если ты не будешь стричься 2 года. А вот это, если ты подстрижешься. О, а тут такие были. Хорошо, оставляем вот эту. Вот эта прическа. Да. Усы или борода? Ничего. А давай ты вот такое. Какой нафиг Пушкин? Так, а брови? Выбираем брови. Я хочу, как у Никогла. Нет, такие нельзя. Почему получился Брайн Мопс? Нет. У меня есть пару вопросов. Подожди, а можно тебя немножечко схуднуть? Вот так ты ходишь каждый день? Да. Дорогая моя. Вот, надо носить маскина черного цвета. Потому что черный странит. Смотри, как вы делаете. О! Я менял прическу. Так, флиртовать. Мне смотри, что? Какой я модный. Не мужчина, а мечта. Сексапильная поза. Вот это сейчас будет такой цирк ради детей-то, я тебе отвечаю. Подожди, каких детей? Таких. Сначала свадьба. Сейчас твоя сексапильная поза будет. Ой, у нас так все хорошо. Ты мне даже палец вниз показываешь, у нас очень все хорошо. Нет, все плохо. Ты переборщил. Ты все испортила. Это ты. Да что у тебя жопа так назад, ты хочешь? Потому что я сделал себе хорошую жопу. Хорошая такая жопа. А давай сделаем спортзал дома, будем заниматься спортом. У нас много денег, смотри, миллион. Вот смотри, сколько у нас спален. Можно одну удалить и сделать там спортзал. Беговая дорожка, фит-степ. Покупаем. А как ты ставишь-то? Что ты тут нормально ставишь? И бар, пить коктейли. Теперь я предлагаю опробовать, потому что кое-кому нужно похудеть, да, Полина? Да, Антон. Иди занимайся. Так. Ничего себе. Сейчас я научусь. Удар левый. И правый. Вот так тебя буду колотить. Красиво, мне нравится. Очень бодряще. Боже, ты умирающая какая-то. Ну, потому что я писать хочу. Чё ты ржёшь надо мной? А чё ты телевизор смотришь, боевик свой? Так, ну-ка, вырубаем. Давай, бицеп сам себя не накачает. Так, а я прям выгляжу так же. Я так же на тренировке хожу. Симс как будто следит за мной. Неправда! Я сильный. Так, все, иди боксируй, дебил. Ой, да ты тоже, блин, вообще дохлячка. Смотри, зато вот сжимаю. А я смотри, какой мощный. Я представляю, что там твоя лицо. О боже, он разделся. Смотри, в душ сразу пошел. В жизни бы так. Мне кажется, нам нужен семейный психолог. Мне тоже что-то показалось на секундочку. Ой, я иду к тебе сразу. Вот это я вспомнил. Смотри. Что он хочет сделать? Оскорбить. Ты что, дурак? Ты меня идешь обзывать. Сейчас поболтаем. Ты дебил, ты портишь отношения. Спросить, есть ли пара. Спрашиваю, есть ли пара. Ты меня канцелишь? Да. Мне нравится. Слушай, а какая твоя стратегия взаимоотношений? Вот ты говоришь, ты хочешь детей. Вот как ты это сделаешь? Я тебе потом как-нибудь расскажу. Я про Sims говорю. Искренний комплимент. А, надо извиниться. Вот мои советы уже. Все. А ты передо мной извинишься? Еще что. А я там поставил. Да. А почему я про бургеры думаю? Так, мы сейчас по-быстрому выстроим взаимоотношения. Будет вообще классно. Moments later. У нас тут, походу, кое-что наклевывается. Это все Полиночка. Ничего себе. Подожди. Подожди, ты признаешься мне в любви до гроба с книжки? Да. Библия. Вот. Стать парой. Давай станем парой. Давай. Я улетаю. Все?
мы пара? Полиночка Милс. Полиночка становится девушкой персонажа Антон. Ты рад? Очень. И что дальше будем делать? Соблазнят, это буду соблазнять. Смотри, мусорка. Мусорка выглядит как я. А почему я в тапочках, подожди? Почему я в клоунских кроссовках? Ну это ты сам выбрал, а это я не выбрала. Подарите розу. Я чё, Егор Крид? О боже, я схожу с ума. Сделать предложение! Сделать предложение! На первом свидании. Смотри, какая шалава! Как это на первом свидании возможно? Возможно. О, кольцо! Слушай, я жду 6 лет. Жди. Ты думаешь, ты перышко нафиг? Ты посмотри на это лицо нафиг. Серьезно? Так быстро ты такая доступная? Не ожидала. Я тоже не ожидал. Врать про карьеру? Не надо! Мы помолвлены! Мы помолвлены. А можно прям сразу? Планировать свадьбу. Еще нельзя. Пожениться. Ты хочешь здесь? Подожди, а как же? Давай, подожди! Нет, не парки еще! Давай мы с тобой события сделаем. Закроем двери, чтобы никто не зашел. И все они будут рядом ходить, а мы будем праздновать. Ты дебил? Возможно. Так, добавить события. День рождения. Свадьба. Так, мы планируем на субботу. Смотри, какой я красивый. Два молодожена есть. Гости. О чем? У нас нет друзей. У нас только мой друг гей. Я думаю, он будет не очень рад. Может, потом свадьбу сделаем, когда у нас друзья появятся? Слушай, я также до сих пор думаю. Подожди, будем делать свадьбу у нас? Да, давай. У нас требуются два гостя. Ну, у нас, так... Нам не хватает. Ну, Эрик будет очень сильно ревновать. Он в прошлый раз меня целовал. Ну, нам не хватает. Ну, получается, не празднуем. Ладно, теперь мы должны найти друзей. Нет! Смотри, 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 смотри. Антон! Все, мы женились. Такая вот у нас свадьба дебильная. Смотри, ты меня гладишь по лицу. Ой, какой жирный. Ты шо после курочки не подмыл? А я такой, тебя, а ты шо курочка? Best friends. О, теперь я тебе подмываю. Антон, подмывать это другое слово. Да? Это жопу мыть. Какая красивая церемония. О, Антон, да, Полиночка. Самая лучшая. Так можно вообще жениться в парке прям? Смотри, у нас еще первое свидание не закончилось. Ну, блин. Хлопушка! Вы можете поселить женатых персонажей вместе, воспользовавшись кнопками разделить и объединить в редакторе семьи. Я требую раздельной комнаты. А вот. Что дальше делать? Подожди. Да, я попала. Стрит, а ты к тёлке какой-то пошла? Я дружить пошла. Они же играют, чё ты к ним лезешь? Я просто подружиться с подружкой хочу. А подружка сразу ко мне кокетничать начала. Иди отсюда. Он мой. Не смотри на неё, понял? Ты зачем вот меня к ним привела? Чё мы сразу ссоримся, женщина? А чё ты смотришь? На чужих женщин. Все. А что мы теперь будем делать? Жить вместе. Я что-то тебя ненавижу. Мне очень непонятен, Сим, что я тебя люблю. Ненавижу. У меня срывает крышу. Все. Все, теперь мы дружим опять. Ура! Наконец-то мы муж и жена. С вами приятно иметь дело. Так, теперь нам нужно выстраивать отношения, заняться в уху. Что такое в уху? Сейчас узнаешь. Что такое в уху? Антон, не знаешь, что такое в уху? Что такое в уху? Догадки. Это называется в уху, да. Симс? Боже. Какой стыд, не смотрите, не надо. Дети будут? Нет, это отдельная опция. Попробовать зачать ребенка. Пробуем. Лотерея, что ли? А, давай сделаем ребенка. Давай. Давай. Уху. Уху. Слушай, а нам точно нужен ребенок? Почему нет? Мы богатые, молодые. Да, мы богатые, молодые, папаша, мамаша. Короче... Давай первого в детдом отдадим. Нет. Пожалуйста. А потом придем к ним. Это же можно будет потом его навести там через несколько лет? Нет? Я бы хотел такой... А вот твои 19 других братьев и сестер. Как хорошо, что я вижу твои скрытые желания. Так, теперь нужно внимательно следить за Полиночкой. Смотреть, реально ли ей стало плохо или неплохо, или будет ли у нас ребенок, одним словом. Так ты что-то о памперсах думаешь? Обосралась. Получилось. Получилось! Получилось! Проблевалась. Поболтать с Антоном. Ой, ты знаешь, там я блищена. Что-то у нас портится взаимоотношения. Ну-ка, Антоша, спаси ситуацию. Обсудить места для рыбной ловли.
Смотри, тебе нравится. Ну все. Антон определяет новый тип рыбы, который может найти в определенных местах для рыбной ловли. Класс. Вот это, я понимаю, навык нужный. А в детдом-то реально можно отправить? Наверное. Это я сижу и думаю, как круто отправлю ребенка в детдом. А давай. Смотри, если орел, то мы отдаем нашего ребенка в детдом. Если решка, то он остается у нас. Давай. Он уезжает в детдом. Лицо счастливого отца, который отправит ребенка в детдом. Подожди, он еще даже не родился. У меня будет ребенок, который отправится в детдом. У тебя точно не будет вообще ребенок? Может, у меня будет? Почему я еще толстее стал? Вот, Полиночка ждет ребенка. Пузо-то какое выросло, мы теперь одинаковые, только я не беременный. Швабра. Почему ты так смешно флексишь? Галина Петровна из «Папиных дочек». Это семейное. А чё, когда рожать будем? У меня там заказ. Нам нужно детскую делать. А, мы что дадим в детдом. Но все равно нужна, типа, бэйбик, вот эта вот мелкая штучка, да? Ты хочешь детскую сделать, да? Ну не, возьми просто кроватку поставь, все равно в детдом отдадим. Кроватка, баю-бай. Да все, достаточно. А горшок? Не надо, мы его быстро отдадим. Нифига ты спортсмен, нафиг. Бегу к тебе. Че, худеешь, да? Ай-яй-яй. Издеваешься надо мной. Да блин, когда ты уже родишь? Нифиг! Офигеть! А че так быстро вырос живот? Нажрала. Офигеть, ты большая уже. Мальчик, девочка, как ты думаешь? Или там выбирать можно? Я думаю, там рандом. А давай нанять специалиста по кейтерингу. Она будет нам готовить еду. А зачем так много готовить? Она где-то разошлась. Ну, весь холодильник нам сейчас переделает. Все испортится. Не надо столько готовить нам. Токсикоз. Ожидание ребенка. Через 2 часа? Нет, 2 часа просто токсикоз будет. Вот, беременность 3-й триместр через 44 минуты. Главное ему имя не давать, а то привыкнем. Алиса. Давай называть его Алиса. Рождение ребенка через... Через мой труп. А можно просто... Я рожаю нафиг и родить. У нее уже был токсикоз, где дети? А если у нас 2 будет, 1 оставим? Ты меня уже задолбал! Давай решай сам. Когда будет ребенок? Все, рожает! 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 Полиночка рожает! Ставь на паузу! Разрывается на части. Ей так не терпится встретиться со своим потомством. Подожди, ей можно что-то сделать? Родить ребенка. Родить ребенка. В больнице надо было. Блин, отказать. А давай здесь. А где она будет рожать? Прям сюда. Стоп. А я не видел ни разу, что дети в Симсе рожаются. Подожди, вот так вот это происходит? Она просто нажмет себе на живот, и у нее все? Это мальчик. Алиса. Да это мальчик. Полиночка и Антон теперь имеют ребенка. Что это такое? Гомункул какой-то. Подожди, а как его в детдом отдать? В детдом, подожди, не привыкай. Мне кажется, нельзя. Короче, за ним нужно не заботиться. И тогда служба опеки придет и заберет его. Надо закрыть его просто в комнате. А ты уверен, что ты так хочешь? Да. Ну блин, ребенка жалко. Он не твой. В смысле? Он наш. Должна прийти служба опеки и забрать его, ждем. А ты уверен, что она не умрет? Нам пофиг вообще. Предлагаю, знаете что? Вдруг мы его просто убьем случайно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как его отдать в детдом. Правильно ли мы прочитали в интернете просто об этом? Если это правда, вы уже проверили, напишите, пожалуйста, а то мы сейчас ребенка убьем, это будет не очень. Алиса должна жить, но не с нами. Должен. А на этом все. Спасибо большое, что смотрели этот ролик. С вами был Милскел и Полина. И Полина. Ставьте лайки за ребенка. Если хотите, чтобы он был вашим, пишите в комментариях. Возможно, отдадим. Ну, за денежку. За сколько? 5 гривен. Короче, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока. Пока-пока. Пока.